За время нашего путешествия мы ездили на разных автомобилях. Нас возили во Франкфурте на такси Mercedes. Нас возили на такси Лянча в Кракове. А сейчас очередь подошла к Tesla. Мы сейчас будем ездить на вот таком вот электромобиле. Вот, вот наши туристы. Мы отправляемся в экскурсию по старинному городу Краков. На спидометре 100 километров максимальная скорость. Надеюсь, мы ее будем развивать на повороте, да. Потому что вся тяжесть этого автомобиля внизу, так как там аккумуляторные батареи.